Приветствую всех, на связи Забавон, и сегодня мы отыграли первую сходку по Killing Floor 2. Начали мы с 6 вечера по Москве в составе бывших участников клана Team Numbers. На пати пришло большое число звездных персон, включая основателя бывшего клана Фита или Хоука, каким мы знали его ранее. Были и легендарные в наших кругах клановые игроки в Call of Duty Modern Warfare 3 и Call of Duty Black Ops 2, Рев и Раптор, завсегдатые с Hot Dog Галдятины опробы в Соулу и Доктор Кот, и главный игрок по Killing Floor в наших сходках Супер Виктим. Желающих было много, но слотов было всего 6, так что пришлось затянуть пояса потуже. Собрав лобби, мы решили, что сегодня будем играть из официальных и фанатских карт. Общим голосованием был выбран Outpost, Biolabs и фанатская Biolabs 2009 из оригинального Killing Floor. Режим сложности мы установили на Hard, а число волн 10. Первой картой была новая Biolabs, и держались мы там просто молодцами. В течение раунда, правда, кто-то погибал, но в целом все шло штатно. Заседали в огромном зале, и зале, в котором есть огромный аквариум с мутантами. Иногда меняли места, но эти были основными. Были медики, были берсеркеры, были все классы и довольно-таки сбалансированный геймплей. Пару раз прошляпили наступление с Крейка, отчего тут вынес нескольких типов. Увы, не дошли до финального босса, ибо на девятой волне массово зафейлились, и остался лишь раненый Рев, которого успешно добил издыхающий Скрейк. Тут такой пиздец, что у меня аж подлагивает. Да не, у меня инсейн. Соберите, такой пиздец, что я не очень понимаю, кто где. Свои с оружием. Кому она? Кому она? Второй картой стал Biolabs 2009, где мы устроили смертельный тир и выбили почти все лампочки в начальных коридорах, тем самым облегчив задачу разным упырям. Собственно, в тех самых начальных коридорах мы сидели примерно до шестой волны. Шло довольно изи-бризи, под конец, правда, заварились в помещении с клубами уродцев. Держали двери долго, пока не пришли серьезные дядьки в виде флешпаундов, скрейков и прочих разномастных упырей.
Паучье в темноте резво кусало за ноги, так что проходить к свету было трудновато. Дошли до босса, но всех нас он вынес. Волки, я еще даже не ранен. Они меня напрягли. А там из прок вам идет твое мясо. Закупоривай! Блять, флешка тут! Наконец, последняя официальная карта – это аутпост, часто бегали на улице, избегая помещений. Отличным, кстати, местом для нас стало место у двух грузовых машин. Но потом часто туда стали ходить уродцы со всех сторон, и нам стало сложно. В конце пришел босс и поимел всех. В следующей сходке будет больше попыток пройти официальные карты, получить с них все ачивки и, конечно же, будут новые фанатские карты. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Если вам места не хватило, но вы смотрите это видео, знайте, мы обязательно придумаем способ, как запустить вас порубиться. Спасибо за внимание. Успехов!